Сегодня мы в очередной раз отправимся охотиться на паранормальных существ в GTA 5, но перед этим давайте сделаем себе защиту от монстров. Чтобы ее сделать, нужно всего лишь поставить лайк под этим роликом за 3 секунды. Посмотрим, успеешь ли ты? Поехали! С возвращением в GTA 5, друзья, с вами, как всегда, я, Гост, и сегодня мы продолжаем охотиться на паранормальных существ в GTA 5. Нам предстоит пробраться в одно новое интересное место, ведь мне стали известны подробности, а точнее местонахождение нового опасного SCP. Сегодняшняя операция будет по-настоящему опасной, потому что нам нужно будет с вами проникнуть на военную базу. Я думаю, ребята, вы представляете, насколько опасно может там быть, потому что места эти очень сильно охраняются. И именно на военной базе, ребята, мне нужно будет отыскать то самое существо. У меня есть некоторые подозрения, что это может быть новый SCP, с которым мы с вами ранее не встречались. Поэтому я думаю, друзья, это будет очень интересно. Но перед тем, как мы с вами приступим, хочу, конечно же, попросить вас не забывать делать себе защиту от монстров, ребята. Сделать ее крайне просто. Всего лишь нужно поставить лайк под этим роликом. Прямо сейчас, вот так вот, да. Конечно же, подписаться на канал, ну и само собой нажать на колокольчик, чтобы смотреть все ролики самым-самым первым. Ну что ж, давайте будем уже с вами усаживаться в наш гелик и потихонечку отправляться. Кстати, ребята, желаю всем приятного аппетита, кто сейчас кушает или попивает чаечек, а рассказывайте, как у вас там дела вообще и что нового происходит в последнее время. Чем вы занимаетесь, кстати, на каникулах, ребята, мне тоже интересно узнать, потому что, знаете, сейчас такое время, когда можно постоянно гулять, развлекаться и, в общем-то, вообще ни о чем не думать. В общем-то, наверное, самое веселое время в году. Поэтому, ребята, пишите обязательно в комментах, вот, чем вы там заняты вообще. Я в последнее время для вас снимаю видосики, ребята, стараюсь делать побольше монтажика, кстати. Ё-моё, блин. Кстати, ребят, скажите вообще, как вам по монтажику сейчас ролики? Вот последние видосы стараюсь делать максимально больше монтажа, как могу, да, вот где могу его вставить, стараюсь там его дополнять, чтобы ролик был динамичнее, интереснее, короче. Вот, обязательно напишите, как вам видосики стали. Блин, честно говоря, мне немного страшновато туда заезжать, потому что на меня сразу же может напасть охрана. Давайте попробуем переехать где-нибудь речку здесь. Не хочу я там ехать, поэтому мосту меня заметят очень быстро. Просто вот так вот сейчас здесь по воде. Вот, отличненько, все, ребята, проскочили, проскочили и поехали дальше. Ух, ребята, смотрите, видели, видели, кто там был? Это первый монстр, ребята, первый. А, но это, правда, не SCP, это монстр Тревора Хендерса. Мы с вами только что заметили. Эй, мужик, остановись на минуту. Я думаю, вы помните этого монстра. Мы с вами периодически встречаем его в GTA 5, особенно в ночное время суток. Опасная такая штука, знаете, ребят. Если бы я был не в машине и шел бы просто по дороге, он бы мог на меня напасть и очень-очень сильно мне навредить. Так, мы с вами уже подъехали к военной базе. Давайте сейчас будем осматриваться с вами вообще, что здесь есть такого интересного. Охраны я пока что не вижу, но на территории военки стопудово будет очень много охраны. Хорошо вооруженной, танки там, не знаю, даже истребители у них есть. Очень опасно, короче. Давайте сейчас мы с вами проберемся через решетку, вот так вот аккуратненько в этом месте, потому что машина там уехала далеко, здесь тоже заехала за угол. Самое такое, знаете, лучшее место для того, чтобы пробраться. Главное, чтобы никто сюда не повернул. Тачка лишь одна здесь у нас находится, с правой стороны, а тут танк, блин! Так, давай, 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 быстрее вперед. Главное, под камеру сейчас не подставиться. Там вон стоят люди. Главное, чтобы меня не увидели под фонарями. Они вроде в другую сторону смотрят. Отлично, все, ребят, просто бежим вот так тогда вперед за это здание. Вот сейчас, блин, будет самый опасный участок дороги, ребята. Здесь вообще некуда спрятаться. Оп, а тачка едет. Аккуратненько. Ребята, драпаем. Просто вперед. Давай, давай, быстрее, ребят. Нам нужно пробежать вот туда, за то здание. Единственная ограда здесь, которая есть. Давай, давай, беги, беги. Вот, отлично. Блин, здесь охранник. Это плохо, это плохо. Так, нужно будет сейчас как-то устранить охранника, потому что место, куда нам нужно пробраться, находится как раз-таки здесь. О, блин, ребята, это максимально фиговая затея сейчас будет, но мы должны подойти к нему со спины аккуратненько и просто при помощи оружия ближнего боя как-то его сложить. Вот так, спокойно, мы близко. Удар! Получай, блин. Все, молодец, Тревор, можно проходить. Больше никого рядом нет. Это отличный шанс для того, чтобы зайти вовнутрь. А вот, ребята, и сам проход. А, посмотрите, написано «Войти в SCP-087». Что, блин? Погоди, SCP-087 это что? Я вспомнил, блин! Как поздно я вспомнил! Ребята, это же лестница! Так, я могу обратно выйти, да?
То есть я могу туда в принципе не идти. Но мы должны это сделать, ребята, это SCP-лестница. Вы помните, что это такое, блин? Бесконечная лестница просто. А в которой постоянно происходит что-то ужасное. Ты никогда не знаешь, что произойдет и на каком перелете может что-то произойти. То есть какой-нибудь монстр на тебя выбежит. Или ты просто погибнешь от обезвоживания и голода. Ребята, всякое может быть, пока будешь спускаться. Никто не знает, произойдет ли это. А если произойдет, то на каком перелете. Я могу вот так вот просто бежать. Так, смотрите, пятый перелет. Потихоньку мы с вами спускаемся все ниже и ниже. Я думаю, что мы очень долго будем бежать. Прям капец как долго. 10-й перелет. Фух, капец, блин, а сколько спускаться? Ага, я понял. Ребята. Блин, тут поломанная лестница. Так, а здесь тоже, кстати. Вы звуки эти слышите? Будто шепот какой-то, что? Что это такое, блин, тут лестница сломана. Спускаемся, здесь какой-то труп уже есть. Блин. Ох, чем ниже, ребята, тем хуже, я про это и говорил. Чем ниже мы будем спускаться, тем страшнее и страннее вещи будут происходить. Но мы нашли уже первый труп, пока что на меня ничего не напало опасного. Это достаточно сильно радует, но, блин, это музыка, ребята, блин, эти звуки периодически, они просто ужасные. Я просто не могу, мне страшно. О, еще один, смотрите, труп. Он оставил фонарик. Так, ладненько, ладно, хорошо, проходим. Это чё? Это чё, смотри! Получи нафиг! Это походу, ребята! Это был какой-то SCP-шник. Давай спускаться вниз, здесь еще у нас все поломано. А, блин! Нет! Я куда-то упал! Причем очень глубоко. Еще чей-то труп. Блин, и сколько вот так вот будет продолжаться этот спуск? Я не могу понять. Мы дошли до... Это походу последний этаж. А вот этого я никогда не видел! Я не знал, что у этого SCP есть конец. Так, хорошо, дверь. И здесь у нас... Это тупик, по-моему. И там тоже, смотри, какой-то... Тоже какой-то SCP-шник небольшой. Так, мы его быстро, ребят, с вами вот так разбираем. Блин, спуск куда-то. Понятно, тут у нас просто какой-то подвальчик небольшой. Ладно, хорошо, побежали тогда в эту сторону, ребята. Здесь дверь. Так, эй, дверь, откройся. Чё, блин, как ее открыть? На, еще получи. Вот так, отлично, все, ребята, дверь отпала. Она потухнет? Нет, перепрыгиваем. Вау, блин. Это что за фигня такая? Ребята, какие-то мумии. Какие-то ноутбуки, фонарик. Что это вообще такое? Что здесь было, блин? Я просто не могу понять, и здесь конец. Ребята, вон, видите? Выход. Блин, такое чувство, как будто военные здесь что-то изучали на самом деле. Надо мной какие-то странные звуки. Прямо на военной базе. Прямо надо мной, ребят, сейчас. Я не знаю, стоит ли выходить. Ребят, мы выходим или нет? Давай, ладно, все, погнали на выход. Погнали, посмотрим, что тут такое. Что за звук? Ау! Прям смотри, надо мной что-то. Это что за фигня такая? Да, тут проход в этот... В эту комнатку проход. Значит, военные занимались изучением этого опасного SCP. А что это такое? Обойдем сбоку. Так, вертик военный. Вау! Это что? Я не успел рассмотреть! Вау, нифига себе, блин! Это что за опухоль такая? Ребята, это какая-то опухоль! Погоди, это SCP! Это же новый SCP тоже! Это SCP-066, ребята! Блин, он... Оу, капец, он тоже на военной базе был все это время! Офигеть, он вырвался на свободу! Может, он из-за нас это сделал, потому что мы сами пробрались в лестницу? Тот самый SCP-087... Оу, капец! Он очень больно бьет. Смотри, он просто реально сильный. Он меня кидает всячески. Он, походу, ребята, очень липкий такой, знаете. Я просто к нему прилипаю, он меня из этого может очень сильно швырять. И сам он, как такой слизняк, знаете, подпрыгивает, пружинит и может перемещаться. Вот-вот, видите, на дальние расстояния. Блин, капец. Это реально очень опасный, ребята, тоже противник. Вот с ним нам уже придется с вами сразиться. То есть он прям такой, знаете, не статичный, как 087 SCP. Обычная вроде как лестница. Здесь у нас, оу, настоящий SCP, который передвигается. Так, давай возьмем миниганчик, я думаю. Вот так, отлично. Но, оу, капец. Миниган ему не нравится, я понял. Сразу же такое меня решил оттолкнуть. Получи! Вот так вот. Оу. Блин, Тревор, ты жив? Все, красавчик, давай поднимайся. Вот тут за столб, короче, встанем сейчас и будем по нему стрелять. Вот, отличненько, ребята. Блин, только меня спалили военные и полиция. Давай! Перестреливаем их. Вот так, отлично, ребята. Пора сваливать быстрее отсюда.
Посмотрите, у нас тут просто валяется настоящая опухоль. SCP-опухоль, ребята, 066. Офигеть. Это реально очень жутко выглядит. Но, ребята, пора бы нам отсюда сваливать на самом деле. Я, пожалуй, буду уходить. Все, побежали, друзья. Обязательно ставьте лайк под этим роликом, если вам понравился этот видос, ребята, потому что сегодня мы посмотрели сразу же двух SCP... Оу, там танк. А такого мы, ребята, с вами почти никогда не делаем. Сразу же два SCP, это ж просто офигительно. Вот, не забывайте также подписываться на канал, чтобы вступить в семью призраков. И, само собой, нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть ролики самым-самым первым. Я желаю вам всем удачи, друзья, и до скорых встреч. Пока-пока-пока. Пока!